Всем привет! Это мой очередной новый видеообзор на коллекцию «Насекомые и знакомые». На этот раз усач азиатский. Вскроем упаковку. Журнал. Вот такой жук. Мне попался с желтыми пятнами. Бывает еще с синими, но у меня лапы синие. У моего жука, точнее. Вскроем упаковку также. Мне попался новый образец. Вот. Желтые пятна и синие лапки. Серебра нет. Усы ровные и не обрезаны. Такая мордашка. Желтые пятна. В этот раз очень много старых жуков, так что выбирайте тщательно. Рассмотрим журнал. В журнале идет рассказ об усачах. Усачи. Как всегда, к номеру прилагается карточка усача. Сейчас я покажу. Вот карточка усача. Вот выходные данные. Тираж 350 тысяч экземпляров. Дата выхода 26 февраля, то есть сегодня. Далее идет строение усачей. Рубрика называется «Самые длинные усы». Ареал обитания. Рубрика называется «Лесные усачи». Образ жизни, размножение, питание и прочее. Нападение и защита, тема. Самые длинные челюсти, антенны и усы. Такие вот жуки. Ноги и человек. Как всегда, картинка на Эдохине. Реклама. И в следующем номере азиатская.